Оттаве, провинция Онтарио. Разминаем пальцы, ребята. Я Александр Ткачев, рядом со мной Дмитрий Савин. Сегодня вечером мы приготовили вам классную битву между Канадой и Польшей. Сегодня им нужно стараться играть в тело, но при этом избегать удалений. Они играют против очень дисциплинированной команды, которая ждет своего шанса поиграть в большинстве. А вот если они смогут выиграть в равных составах, то у них есть неплохие шансы на целых 2 очка. Судья готов к вбрасыванию. Кросби выиграл вбрасывание. Рвется вперед. Бросает шайбу! Канада владеет шайбой. Бросает шайбу! Вау, он промазал! Отличная игра вратаря! Впереди! Стреляет без промаха! Шайбой владеет сборной Польши! Ему намяли бока! Он перехватил шайбу! Принят на бедро! Рвется вперед! Резчик! Грезла. И он пересекает синюю линию зоны соперника. Быстро бросает шайбу. Он зарабатывает удаление. За атаку игрока, не владеющего шайбой. Польша собирается играть в большинстве первый раз за этот матч. Александр, у команды есть несколько классных бомбардиров в составе. Но они все равно будут играть просто. Броски в упор и толкотня перед воротами. Все, что они покажут в начале. Хазюба. Выход 2-1. Он пасует шайбу Торнтону. Бросает изо всех сил. Филипья дожидается свистка. Хоккеисты заняли свои места и готовы к вбрасыванию. Демски выигрывает вбрасывание. Ронгер забирает шайбу. Он пасует шайбу Боумистер. И он тащит ее к центру. Выход 1-1. Бросает быстро. Демски подбирает свободную шайбу. Проводит бросок. Быстро вперед. Сталь. Бросает. Сталь дотягивается до шайбы. В центре. Ваховский, Польша, не может реализовать численное преимущество с первой попытки. Кросби. И он приводит ее в среднюю зону. Выход 2-1. Бросил шайбу. Пятачка. И еще один бросок. Чуточку, но все же мимо ворот. Бросает шайбу. Кросби забирает шайбу. Черкасский. Он забирает шайбу. Он пасует Цакику. Бросает.
Бросает по воротам. Попадает в игрока прямо перед воротами. Ваховский. Бросает мощным щелчком. Пас вперед к Торнтону. Выход 2-1. Впереди. Удерживает шайбу. Мы готовы к вбрасыванию. Вбрасывание выигрывает сборная Польши. Ваховский. Выход 2-1. За воротами. Жириновский. Рвется вперед. Бросает шайбу с пятачка. И он накрывает шайбу. Сейчас состоится вбрасывание. Вбрасывание выигрывает сборная Канады. Ле Кавалье теперь владеет шайбой. Впереди. Быстрый бросок. Накрывает шайбу и впереди вбрасывание. Игра вот-вот начнется. Травчик. Выход 1-1. Рвется вперед. Бросил шайбу. Впереди. Хитли. Бросил шайбу. Бросок и гол. Первая шайба матча под занавес первого периода. Я бы хотел посмотреть на него во время конкурсных соревнований. Думаю, у него самый мощный бросок в этой лиге. Отличный гол. Канада забрасывает первую шайбу в матч. Некоторое время казалось, что этот период будет сухим, как пустыня. Рвется вперед. Бросает шайбу. Ричард попадает в положение вне игры. Они готовятся к вбрасыванию. Целый. Впереди. Стейзия. Сильный бросок. Стейзия забирает шайбу. Закончен первый период и счет 1-0. Пора снова вернуться к хоккею. Несколько хороших бросков в начале периода могут действительно оживить встречу. В центре. Пронгеру. Шайбу перехватил сборной Польши. Черкасский. Выход 2-1. Стреляет на ворота. Он отправляет шайбу в ворота и увеличивает их отрыв до 2 шайб к началу второго периода. Да, этот парень умеет завершать атаку. Жером Эгилла не только без того, что слывет в игре, но и является, наверное, самым опасным форвардом. Они стремились еще увеличить свое преимущество и добились. Остаток второго периода должен пройти гладко. Я так думаю. Если, конечно, они будут продолжать в том же духе. Филиппе парирует бросок. Шайба находится под контролем сборной Польши. Шайбу контролирует сборной Польши. Набровки. Демский. Залез в офсайд и игра остановлена. Сбрасывание выигрывает сборная Канады. Стреляет. Бросок и гол. Большое, огромное преимущество в начале второй 20 минут. Шайба слушается его чуть ли не сверхъестественным образом. Он всегда оказывается там, где надо. Какой великолепный снайпер. Выиграли еще одну вбрасывание. Торнтон. Выход 1-1. Отправляет шайбу в ворота. И разрыв увеличивает. Мне нравятся обманные броски. Но этот парень действует как подающий в бейсболе. Здесь все подчинено силе. Может и тупо, но действенно. Выиграли еще одно вбрасывание. Это Джо Саки. Саки подбирает свободную шайбу.
Шайба у сборной Канады. Канада забирает шайбу. Это Уэйд Реддер. Он пасует шайбу Реддену. Реднер дотягивается до шайбы. Бойл не смог выбросить шайбу. Хитли. Реддену. Бойл забрал шайбу. Ему не удается выбросить шайбу. Наносит мощнейший бросок. Справа. Принят на бедо. Бросает шайбу. Пяточка. Шайба под контролем игроков сборной Канады. Пас вперед Пронгеру. Бросок с неудобной руки. Он перехватывает шайбу. И это офсайд. Кавалье выиграл вбрасывание. Бросает шайбу с пятачка. Ричардс забирает шайбу. Отправляется за свои ворота. Вынесет. Это Джей Боумистер. Рвется вперед. Сложенный штраф. Как здорово сыграно, чтобы выбить шайбу с крошки соперника. Он не попадает в ворота. Впереди. Еще один быстрый бросок. Ричардс. Он получает хорошую трепку. Ричардс. Бросает мощно. Канада получает шайбу. Бросает шайбу. Он будет оштрафован за толчок в спину. Попробует извлечь выгоду из полученного численного превосходства. Мы еще не видели игры 5-4 сегодня, но таких возможностей будет масса. У команды очень техничная первая спецбригада большинства. Бросает без промедления. Замораживает игру, зафиксировав шайбу. Все готово к вбрасыванию. Передача и Гинли. Сильный бросок и точный. Харчевский прижимает шайбу. Они готовятся к вбрасыванию. Канадцы выиграли еще одну вбрасывание. Эдамский. Ричардс подхватил шайбу. Он пасует шайбу. Кросби. Харчевский сделал сейв. Как тяжело он поднимается, как тяжело смотрит. Кто-то отутюжил его по полной, он не знает, кто это. Судья назначает вбрасывание. Кросби выигрывает вбрасывание. Сходу изо всех сил в створ ворот. Харчевский дожидается свистка. Судья готов к вбрасыванию. Бросок с неудобной руки. Канада берет под контроль. После 40 минут матча 4-0.
Пришла пора открывать третий период. И если суждено случиться камбэк у Александра, мы заметим это с первых минут. Хоккеисты заняли свои места и готовы к вбрасыванию. Канадцы выиграли еще одно вбрасывание. Выход 1-1. Торчевский накрывает шайбу щитком. Нидермайер. Ричардзо выстреливает и сильно. Баховский. И быстро еще один кусок. Канада не может реализовать численное преимущество с первой попытки. Выстреливает от души. Шайбу перехватил Канадой. Свисток арбитра означает офсайд. Сборная Канады знает, как создавать голы. Это молодая и талантливая команда, которая умеет забрасывать. И если предоставить им шанс, они им обязательно воспользуются. Этот бросок был таким стремительным, что вратарь толком не успел на него среагировать. Отличный гол! Мы готовы к брасу. Канадцы выиграли еще одно брасу. Выстрелил очень сильно! Азюба. Красавец! Вау, он промазал. Койл. И он доставляет ее в центр. Игра остановлена из-за офсайда. Сборная Канады имеет достаточно таланта и мастерства в каждом из звеньев. Они обожают играть в пас и за счет этого выигрывают. Если вы хотите их удержать, надо перестать делать ставку на отбор шайбы. Нужно предложить что-то другое. Пушечный выстрел. Смит завладел шайбой. Повторный кусок. Мимо цели. Канада забирает шайбу. Выстреливает. Фиксирует шайбу намертво. Этот вратарь быстро садится на лед и закрывает с собой всю нижнюю часть ворот. Александр, единственный шанс взять ворота – это бросить вверх. В противном случае вратарь сыграет щитками. Жовановский. Торчевский отразил шайбу. Билас. И он просто отправит шайбу в нейтральную зону. Стреляет без промаха. Шайбу получает Канадой. Выход 2-1. Рвется вперед. Мощно стреляет по воротам. Боумистер теперь владеет шайбой. Он пасует Ричардзо. Беднар. Баховский. Пас вперед. Смиту. Против. Пятачка. Шайбу перехватил Канадой. Левандовский. И он переводит шайбу в зону соперника. Быстро бросает шайбу. И он зафиксировал шайбу в ожидании свистка арбитра. Сейчас состоится вбрасывание. Вбрасывание выигрывает сборная Канады. И это положение вне игры. Игра вот-вот начнется. Канадцы выиграли еще одно вбрасывание. Запускает шайбу. Промахивается мимо ворот. Это Джо Саки. Бойву. Бросок с неудобной стороны клюшки. Вынесен. Стейтия. Азюба. Бойл подбирает свободную шайбу. Он пасует шайбу Торнтону. Трачи. Шайба находится под контролем Канады. Торнтон выигрывает забег на скорость и спасает от проброса. Сильно бросил шайбу. Он попросту не пробивает. Трачи. Положение вне игры. Смотрите, как игрок проявил себя в этой схватке. Он один из лучших силовиков в лиге. Они готовятся к вбрасыванию. Кросби выиграл вбрасывание по центру.
Выход 1-1. Корчевский делает прекрасный сейв ловушкой. И снова они бросают по воротам. Трачик. Выход 2-1. Он пасует шайбу. Тронт. И быстро вперед в центральную зону. Выход 1-1. Деницкий. И шайба вброшена в чужую зону. Галье. Вынесет. Готово к выбрасыванию. И судья фиксирует пробросы. Сбросьте на трибуну всем верным образом за выбрасывание. Выстрелил шайбу. А надо сейчас шайбой. Бросает. Чуточку, но все же мимо ворот. Шайба потеряна. Шайбу подбирает канат. Игра остановлена из-за офсайда. Этому парню определенно нужна розетка, чтобы зарядиться и действовать эффективно. У него впечатляющие габариты, а это значит, что ими нужно пользоваться. Надо брать шайбу и тащить ее на пятачок, а там бороться и переправлять ее в ворота. Колону! Бросил шайбу! Маховский! Нидермайер. Стейзияк. Выход 2-1. Он потерял шайбу. Нидермайер. И он переводит шайбу в нейтральную зону. Бросил шайбу. Принимает бросок на себя, шайба не проходит. И мы перевернули очередную страницу в великой книге хоккея. Канада одерживает победу. Окончательный счет 5-0. Сегодняшняя звезда номер 2. Сборная команды номер 15. Из Оттавы, провинции Онтарио. Для вас работали Александр Ткачев и Дмитрий Савин. Не падайте духом и болейте на здоровье.